является каким-то механизмом автоматизированной переработки персональных данных, требуется выполнение достаточно большого количества ограничений по защите этих самых данных. Мероприятие достаточно понятное, достаточно дорогостоящее и, ну, скажем так, длительная реализация. Вот. И, соответственно, как следствие из первого пункта, ограничения это законодательство, связанное с использованием фотографий, в частности, необходимость получения лицензии FAPSI-сертификации в Австеке, закон о банковской деятельности, который, ну, скажем так, в случае с самим банком, в записке, точнее, в ответ на записку за самим банком на вопрос признал возможность использования биометрии в ряде случаев по усмотрению банка. Но само законодательство биометрии не предусмотрено никаким образом. И, собственно говоря, налоговое законодательство, из которой, ну, скажем так, система потенциальных расчетов по отпечатков пальцев является не совсем прозрачной. То есть не совсем понятно, каким образом, ну, с точки зрения налогового законодательства, каким образом необходимо в этом случае вести учет и, соответственно, каким образом все это дело будет защищено от, ну, скажем так, планирования фискальных платежей. Все. Спасибо. Есть вопросы к Александру? Да, пожалуйста. Скажите, а в случае проникновения вируса, как вы будете работать? Проникновение вируса сюда. Ну, ваша система, ваша компьютерная система, биометрия. Попадает вирус. И все у вас все. Сейчас расскажу. Вот. Смотрите, пожалуйста, сюда. Да? То есть вот ограничение законодательства и, соответственно, и тогда и сказал закон персональных данных. Идея речь о том, что все системы, которые используются, платежные системы, магазины, банки и прочие вещи, они должны быть защищены. Крайне эта защита ничем не была прописана. В настоящее время, если мы говорим о платежной системе, уровень защиты, защищенность всех компьютеров прописана стандартом PCI-DSS. Это что значит? Это значит, что все компьютеры должны быть обладать антивирусными средствами, раз. Все компьютеры должны быть установлены, ну, скажем так, по аналогии с нашим законодательством, демилитаризованной зоне. Должны быть какие-то аппаратные средства защиты от ограничения доступа, как компьютеров, должны быть защищены компьютеры. То есть это о чем? То есть факт проникновения вируса на эти компьютеры является нонсенсом. Нет, это понятно, что нет. То есть точно так же, вот если говорить с точки зрения человека, да, у него думают, что вот есть компьютер, его можно наткнуть флешку, где можно выйти в интернет. Для компьютеров, которые в банке отвечают за проведение ваших платежей, ну, с точки зрения карточек, это физически невозможно. То есть эти компьютеры отключены от какого-то либо интернета. Они выходят в локальную сеть. Выход наружу, то есть какой-то интернет еще куда-то, возможно, только через специальное аппаратное средство. Сообщение происходит в определенном портале. Ведется закрепление, ведется мониторинг всех запросов, ответов. На нем интерес даже не ставит из-за того, что просто не отрубляется. Ну и, соответственно, запрещен прием флешек и компактный состав. Видите, отключены потоки. Есть вопросы еще? Пожалуйста. Вот такое, вот вы упомянули про минимальную стоимость 50 тысяч для сотрудников ресторанов. А можно подробнее, что увидено у вас, сколько камер было, ну вот из чего эти 50 тысяч ваши? Так, вот обратите внимание, на этой картинке у вас камера вверху идентичная, да? Это сканер USB-шная, а у Match 3.5 и Олимпийские, вот, то же самое в Futronic FS80, они абсолютно идентичны по технике. Стоимость каждого из этих сканеров составляет 5,5 тысяч рублей, из них 4,5 это стоимость непосредственно железки и 1000 рублей, ну там, плюс-минус, несколько процентов, это стоимость лицензии. Для реализации ресторанов, комплекс SBA, если посмотреть там внизу, вот рядом с сервером, который нарисован маленький сканер USB-шный, а вот три справа сканера, это Ethernet-сканер используется. А стоимость этих сканеров, это отдельно стоящая коробка, которая представляет своим варианте, у нее свое питание, соответственно, подключается к Ethernet, стоимость этого устройства составляет порядка 8-9 тысяч рублей. Соответственно, все остальное, то, что 60 тысяч, это, собственно говоря, стоимость наших всех разработок, то есть комплекс S2. Система регистрации, верификации и система интеграции с комплексом IT. То есть, конечно, цены, конечно, пользуются. Еще вопросы? Все. Да, спасибо.